В Тюмени появились новые полосы для общественного транспорта. Разметка для автобусов нанесена на небольшом участке в районе новой развязки на перекрестке улиц Мельника и Тишеротной. В этом районе проходит 8 маршрутов общественного транспорта, и выделенка появилась по просьбам пассажиров. Это съезд на улице Широтную, съезд на улице Чаплина. Они построены в рамках существующего проекта. Все это сделано для того, чтобы упорядочить движение общественного транспорта именно по съездам с новой развязки. Протяженность выделенных полос не меньше 400 метров. После завершения строительства развязки будет решаться вопрос с установкой в этих местах камер видеофиксации.